Продолжаем разговор по техническим причинам в двух частях обзор. Значит, остановились мы на мангале. Мангал здесь у нас уже исполнен вот по такому принципу. То есть никаких подкопов сильных делать не нужно. Это все вот так вот устанавливается. Вот. Ну и жарится. Далее. Что у нас входит в комплект? Шампуры. Довольно-таки маленькие, в рабочую длину где-то 300 миллиметров. Подносик. Точнее, 6. Ну, не подносики, а плашечки такие. 4 плашечки, или как их правильно назвать, под мясо. Вот. Все это из нержавеющей стали. Далее. В комплект входит... рюмки на ножках 4 штуки, мельхиоровые. Вот с такой вот красивой обработкой. Все это очень хорошо в наборе зафиксировано, ничего не гремит, ничего не бряцает. А затем также на 4 персоны ложки. Вот с такой вот красивой позолотой. И на 4 персоны вилочки. А также набор комплектуется вот таким вот штопором. Вот, опять же, все это фиксируется. А под каждую составляющую набора здесь ремешки. Вот. И фонариком. Вот такой вот фонарик. Кстати, можно его и на карман цеплять. У него здесь вот такая вот клипса. Вот. Фонарик горит. Фонарик не горит. Нет, горит. Не горит. Значит, необходимо снабдить батареей. В общем, на выходе мы получаем вот такой красивый компактный набор, который удобно переносить. Он очень презентабельно выглядит. Он очень прост и легок в эксплуатации. Я считаю, отличный выбор для подарка на 23 февраля, если как бы карман сильно не жмет, вот. Ну, цена у него очень адекватная. В общем, хотел вам представить вот два таких варианта на сегодня. Первый вот такой вот бюджетный легкий походный вариант. И вот в таком вот чехле набор уже с более серьезной комплектацией. Всем спасибо за внимание, друзья. Всех поздравляю с прошедшими праздниками. Всем хорошего реза. Пока.